Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить игру «Зомби против растений», и у нас на очереди бонусная миссия «Пиньята». Итак, поехали. У противника в наличии есть босс компании Far Future. И миссию, конечно же, будет проходить немножко сложнее. Хотя по уровню можно судить лишь, насколько он сложный или же легкий, по вооружению. Пока у нас из растений есть горох. Также мы получаем бонусную клетку. При наличии двух клеток мы можем с помощью одного плантфуда активировать растения, которые находятся на этих вот площадках. У нас уже есть два тройных гороха. Мы пока посмотрим в зависимости от количества этих бонусных клеток. Я думаю, что мы на них как раз будем садить вот этот вот тройной горох, чтобы максимально увеличить урон противнику. Используем как раз тройной горох сейчас, и у нас прибывает крупная волна противника. Есть у него в наличии сейчас самоходные машины, создающие барьер. Сами они не очень-то и сложные, но вот этот барьер, конечно же, осложняет уничтожение. У нас есть горох, стреляющий вперед-назад, вот как раз мы садим за этой машиной, и с помощью очереди, направленная в обратном направлении, смогли с легкостью уничтожить эту машину. Но таких машин становится все больше и больше. И то, что мы сейчас садим растения, они стреляют, это что называется как об стенку горох. Единственное, что я заметил, что вот этот вот барьер, он не постоянный. На какое-то время он исчезает, а потом появляется снова. То есть надо уличить момент и выстрелить очередью. Вот как раз мы это сейчас делаем и убираем эти машины. Появляется как раз вот этот вот здоровый зомби. Я даже сказал, что это не зомби, это такой робот с компанией Far Future. Вообще это бонусная миссия, посвящена исключительно вот этой вот компании. Потому что большинство противников, скажем так, не большинство, а яркие представители именно из этой компании. Как раз у нас движется такой вот здоровый зомби, мы его смогли сейчас уничтожить. Второй посередине поля, который время от времени поливает на нас лазером и уничтожает наше растение. Самое главное, чтобы не допустить потери бонусных клеток. Мы уже засеяли полностью этими клетками всю первую линию. И сейчас будем применять плантфуд. Как раз сейчас применили, и все 5 клеток активировались. Проблема заключается в том, что этот здоровый зомби находится под защитой машины. Машину мы сейчас уничтожили, и сейчас уничтожим и этого робота. То у нас уже финальная волна, осталось буквально пару противников, которые мы уничтожаем. И проходим этот уровень. После чего будем скрывать подарки. В первом подарке деньги, во втором рассада и в третьем алмазы. На этом будем прощаться. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч. Пока.